Водитель Сергей Попков крутит баранку уже не одно десятилетие. Своих маленьких пассажиров из 75-й школы Лазаревского района Сочи знает в лицо. По пути всегда интересуется успехами мальчишек и девчонок. Теперь, по словам водителя, на таких автобусах дорога к знаниям для них будет намного приятней. Я же их вожу по времени. Забрал, допустим, вторая смена в 12 часов. Уроки начинаются в час дня. Я их привожу по второму, по первому. Они 15 минут еще отдохнули, и все, пошли на занятия. А так с маршрутного автобуса они приедут, пока их на вокзале высадят, пока ими дойдут. А эти кареты скорой помощи уже на следующей неделе займут свое место в строю. Специалистам нужно еще настроить оборудование, но уже одного беглого взгляда достаточно для того, чтобы оценить оснащение новых машин. Сможем более квалифицированно оказать своевременную помощь. Мы быстрее доедем к больному, пострадавшему, ДТП и остальные экстренные случаи. И машины эти более оборудованные, мы сможем квалифицированно оказать помощь. Сегодня эти сирены звучат в благодарность. Автопарки поликлиник и школ Краснодарского края обновились десятками машин. Их закупили в рамках правительственной программы. Для этого из федерального бюджета выделили более 175 миллионов рублей. Ключи от транспортных средств водителям передали глава региона Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Кубани Анна Менькова. Как отметил руководитель края, чтобы добиться экономического роста, прежде всего необходимо решить социальные вопросы. 33 автобуса, школьных автобуса, 41 автомобиль скорой помощи. Коллеги, это на самом деле решение правительства. И деньги выделены именно правительством, Краснодарскому краю на эти цели. В основе всего лежит человек. И это сегодня правительством России, нашим президентом ставится на первое место, потому что забота об обычном человеке, о труженике села на первом месте. И дети. Это будущее края и страны. Скорые помощи поедут в станицы, в села, в хутора, в поселки, там, где они нужны. Там, где нужно спасать ту самую жизнь обычного селянина, обычного труженика. И дети. Школы поедут тоже, которые находятся в сельской местности. Чтобы мальчишки и девчонки, которые там учатся, чувствовали себя не хуже городских. После торжественной части глава региона пообщался с директорами учебных заведений, медиками и водителями. Эти машины сегодня разъехались по всей Кубани. Скорая помощь – один из самых востребованных видов медицинских услуг. Зачастую бригады врачей есть всего несколько минут, чтобы избежать трагедии. Машина оснащена всем, что необходимо для оказания первой помощи, для перевозки пациента. Алексеевна, вот есть возможность, уникальная возможность сегодня в нашем крае просто сохранить жизнь. Вот те доли минуты, часы, который золотой нужно, час, да. Да, золотой час, который нужно, чтобы человек жил, у нас сегодня он появился. Вот этот самый золотой час, благодаря вот этим скорым помощи, этому оснащению, которое сегодня в них находится, современному медицинскому оборудованию. Это обновление автопарка – своеобразная оценка заслугам систем образования и здравоохранения края. Это достаточно высокая оценка для региона, потому что Краснодарский край, как субъект, получил самое большое количество машин скорой медицинской помощи – 41 машину. Ни один субъект не получил такое количество. И это не случайно, потому что в 2017 году мы показали очень хорошие результаты в здравоохранении. И наше министерство, и наши специалисты, врачи отмечены на федеральном уровне разными наградами. Всего на Кубани работают более 1000 школьных автобусов. Каждый день они перевозят более 50 тысяч учеников. Только в прошлом году в Краснодарском крае приобрели 167 новых машин. А автопарк медицинских учреждений пополнился 20 реанимобилями. Сейчас в арсенале кубанской неотложки более 640 карет скорой помощи. Анастасия Дешина и Артем Лычко, Кубань-24, Краснодар.